Это была живая, ну, это была настоящая девочка, просто над ней поиздевались. Она какой-то такой хирург, вот в моем представлении. Я вышла с ребенком из роддома и понимаю, что у меня ничего нет. Казалось, что я не выживу. И, наверное, это правильно, что она одиночка. А ты ведь не вот тебе белые, пушистые. Нам не о чем дальше разговаривать. Бывает порой очень непримиримый. Очень жесткая. Это же не санаторий вам тут. Но, возможно, я не права. Нет. Я люблю одиночество. Это просто надо делать. Смотрите программу «Обернитесь» 9 мая в 18:40.